Глубоко уважаемые коллеги, примите самые теплые поздравления в день нашего профессионального праздника Дня медицинского работника. Те, кто вопреки всем трудностям сохранили верность медицине, заслуживают самых дорогих наград. Но главной наградой для нас всегда было и будет счастье исцеленного человека. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний, свершения всего задуманного, поддержки и понимания ваших родных, близких и коллег. С праздником вас! Дорогие коллеги, врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых профессий, а работа медика необычайно сложная и ответственная. Она требует не только гуманности, глубоких и разносторонних знаний, но и огромного терпения, чуткости, душевной щедрости, самоотверженности, а порой и самопожертвования. В преддверии Дня медицинского работника примите искренние поздравления и пожелания. Желаю всем нам успехов, удачи в столь важном благородном деле служения медицине. Коллеги, примите самые теплые и искренние поздравления с Днем медицинского работника. Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует опыта, знаний, душевной щедрости и полной отдачи сил. От всей души хочу выразить огромную признательность и благодарность за ваш нелегкий, но столь необходимый людям труд. В этот праздничный день желаю всем медицинским работникам Республики Беларусь крепкого здоровья, благополучия, мира и уюта в семье. Пусть вас сопровождают стремление и энергия для исполнения задуманного, а все лучшее, что сделано вами, получит развитие и продолжение. Желаю ежедневного удовлетворения от собственной работы. И, конечно, пусть самой большой наградой для вас станут счастливые лица благодарных пациентов. Уважаемые медицинские работники, профсоюзный комитет Реческой ЦРБ поздравляет вас с вашим профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Желаю вам сил, терпения, выдержки, предусмотрительности, мудрости и медицинского профессионализма. Пусть каждый день ведет к успеху, к воплощению большой мечты. Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими. Дорогие коллеги, в это нелегкое для всех нас время желаю побольше оптимизма, веры в светлое будущее, всего-всего самого хорошего и берегите себя и своих близких. Самое главное – здоровье. Спасибо всем за то, что мы находимся здесь и защищаем нашу страну на боевом посту на данный момент. Спасибо всем еще раз. Уважаемые коллеги, дорогие медработники, сейчас трудное время, но мы должны быть все вместе. За нами стоит наши родные и близкие. И мы должны сплотиться сегодня и помочь на своей работе, на своих рабочих местах. Поэтому хочу пожелать вам крепкого здоровья, дружбы внутри коллектива, сплочения и, конечно же, достойных заработных плат. Пусть ваши родственники и вы всегда будете здоровы. Уважаемые коллеги, я рада, что мне представляется возможность поздравить всех вас с Днем медицинского работника. Хочу пожелать вам от всей души крепкого здоровья, удачи и всех-всех благ в вашем нелегком труде. Уважаемые медработники, здоровья вам! С праздником! В медицине нет случайных, зов по рвению души и профессии гуманней в мире этом не найти. Здоровье людям не купить, труд медиков должны ценить, советы строго выполнять и в дело жизни уважать. И мы хотим вам пожелать своей профессией пылать, лечить, спасать, не унывать, с улыбки день свой начинать. И пусть обходят стороной невзгоды все, а под рукой успех, удача и любовь приходят в дом ваш вновь и вновь. Дорогие коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, Днем медицинских работников. Медицинские работники сейчас трудятся в особых условиях. Многие врачи других специальностей сейчас выступают в роли инфекционистов. И я, как инфекционист, вижу в этом, конечно, и позитивную сторону. Желаю всем инфекционистам и не только сохранять в это непростое время бодрость духа, оптимизм, повышать свой профессиональный уровень. От нас сейчас с вами многое зависит. Берегите себя и своих ближних. Будьте здоровы! Уважаемые коллеги, от имени коллектива примите искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Желаю вам оставаться верными своей профессии, быть гордыми от того, что вы выбрали именно ее. Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность – это здоровье. Желаю вам сил, терпения и оптимизма, несмотря на все трудности нашей профессии.
Уважаемые коллеги, председатель первичной профсоюзной организации учреждения Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер совместно с администрацией нашего учреждения поздравляет вас с Днем медицинского работника. Наша профессия полностью посвящена служению людям. Она требует от нас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости и душевной щедрости. Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимизму, работа приносит удовлетворение, а пациенты забывают сказать спасибо. Давайте в это время и всегда не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. С праздником, уважаемые коллеги! Понятно и без слов, что труд немало у тех, кто Гиппократу клятву дал. Я поздравляю всех врачей сейчас. Лечить людей – священный долг для нас. Хочу сказать спасибо всем друзьям, прекрасным, добросовестным врачам. Желаю педантичности в труде, не забывать, что мы нужны везде. Желаю никогда не опоздать, больному руку помощи подать. В семье пусть будут радость и уют. Как важно знать, что дома любят, ждут. Работник медицинский – это честь. Каждому сострадание, совесть есть. Не знаем мы про гнев, усталость, лень. День медика! Для нас особый день.